белой форме. И тем временем лобой будет подавать Марат Хайруллин. Розыгрыш мяча. Чичулин. Подача в штрафную. Удар по воротам. Счет становится 1-1. Сравнивает счет Серж Бандо в начале второго тайма. Оставили его в одиночестве. Защитники от РАУ. Вот такое вот у нас неожиданное начало второго тайма. Французский легионер Окжетпеса Серж Бандов головой вколачивает мяч в ворота после подачи от Антона Чичулина. Хорошая домашняя заготовка. Бандо остался один неприкрытым. А, тем...